Париже уверены, что Минский процесс не уложится в ранее намеченные сроки. Об этом заявил официальный представитель правительства Франции Стефан Ле Фоль. Он отметил, что реализация этих договоренностей, скорее всего, продлится и на 2016 год. При этом подчеркнув, что Минский процесс единственное, что может обеспечить мирное урегулирование ситуации на востоке Украины.